Это Первый городской канал, и это место происшествия. Мы продолжаем выпуск. Раньше были уличные драки, теперь дорожные конфликты. Несколько раз помял физиономию водителю «Шкоды» водитель BMW на улице Роза Люксембург. Агрессивный мужчина подрезал хэтчбек и вышел на дорогу разбираться. Разобрал этот эпизод Михаил Вагин в рубрике «Видеорегистратор». Подрезал, а потом и распускал руки водитель BMW на улице Роза Люксембург. Видимо, он что-то не поделил с водителем «Шкоды». В итоге начал бить шофера малолитражки через окно. Если у водителя «Шкоды» после ударов остались синяки, он с этим видео может обратиться в полицию и привлечь хулигана по статье «Побои». Горячий парень на приоре пытался протиснуться в арку на улице Мельничной, но не получилось. Выехал так выехал. Водитель белого Рено почему-то не заметил машину с камерой, когда выезжал со двора на улице Московской. Увидел ремонт на Октябрьском проспекте и растерялся таксист на «Шевроле». Мужчина с перепугу повернул и поехал против движения. Молодец. Вот еще можно выложить таксиста. В Кирове что не водитель, то воспитатель. Каждый пытается научить других не нарушать правила. Например, шофер на Калине, который оттормаживал как мог. Видимо, хулиган пытался объяснить автору видео, что не нужно торопиться. Впрочем, такой способ мог в любой момент закончиться аварией. Мастер выдержки и спокойствия ехал в Ниве по улице Ленина. Он с пониманием реагировал на торопыгу на белой Тойоте, который пытался побыстрее проехать вперед, но не получалось. Поэтому Тойота два раза подрезала Ниву. Судя по всему, не местный водитель не сразу сориентировался на круговом движении на Слободском тракте. Водитель белого Рено робко поехал по встречной полосе. Михаил Вагин, место происшествия.